Привет. Всем привет. Вот интересно посмотреть на тех людей, кто ставит «нет, не должен» мужчина ухаживать своими ногами. Выгодно. Как это? Не отлично. Добрый вечер, Ксения, привет. Федорова, привет. Отличное настроение. У меня вообще ничего не меняется. Все хорошо. Ну, не знаю. Вряд ли уже, наверное. Телевизор громко. Мало что ли, могу делать ничего. Ой, это 100%, да. Такая семейка, пусть идет дальше. О, Катя Горина написала. У Катюхи сегодня операция. Так что поддержите ее тоже. Ну, не знаю, но сейчас нет цели, такие другие планы. Да, зачем Димка? Ущербный, куда его? Зачем его бить еще? У меня и так все хорошо, все получается. Не знаю, не приглашали. Гром, привет, Серега. Серег видел адрес, короче. Может быть, сегодня подъеду вечером. Но мы собираемся за город ехать на пати. Леша, почему тебя все такие... Я не знаю. Аня уехала, улетела, короче, в Турцию. Там шурмура. У меня... В этот раз ты был почти лучше, что с Амониной. Я не знаю. Да, все свои. Ну что, опять вы пизда не сбавили? Шарфи. Ну, Горина прислала видео. Наверное, сисечки прислала. Шучу. Так, как думаешь, кого ставить? Вообще не знаю. Вы когда будете? Глебасик, привет. Глебасик, вы когда будете? Вы во сколько выйдете? Вон там Денис мне сейчас написал. Я, короче, жду сейчас ребят здесь с профсоюзки, и мы выдвигаемся тоже. Возьму колонку к жебе. Я вообще люблю, что ты хороший человек. Все-таки мне тяжело живется. Мне вообще хорошо живется. Духовно. Отпустим, естественно. С кем сейчас Серега? Покажи ноготочки. Сейчас. Леша, ты классный, спасибо. О, Викуся, привет. А? Да, посмотри. Идеально. Как у младенца, да? Да, пожалуйста, да. Так, у меня он Викуся, невеста там.
Леха был к нам в Штаты, много раз приглашал. Блин, я летать боюсь, 11 часов к вам лететь. Говорит, тебе не связывайся. Она не шалава, не называйте ее так, ну. Просто маленькая еще девочка, которая не подросла. Так. Леша, почему вы не задавали? Да, в общем, так вышло. Привет, Есенин. Блин, да, я, кстати, офигевший. С татуировки у тебя нет, татуировок нет. Красавчик, здорово. Привет. Как дела? Отлично. На 100 грамм и все, страхи позади. Блин, нет. Вообще стараюсь сейчас не пить. Тигран в Беларуси, по-моему, приехал уже, я вчера видел. Выкинули. Ну, можете так сказать. До сих пор люблю Шами. Нет, я он Вику до сих пор люблю. Это как нераздельная любовь. На свадьбе скоро должна быть интернетная. Вик, кстати, насчет проекта этого, который мы с тобой обсуждали, может быть, его реализуем? По поводу свадьбы. Привет, Леша, привет. Глеб вернется с Крис. Ну, было бы круто, если бы они вернулись. Смог бы жениться на полной девушке. Без разницы, любовь, если есть, то почему нет? У меня все хорошо. Так. Массаж кнопку, пожалуй. Да. Глеб встретился с Крис, я не знаю. Спросите у него. Точнее, я знаю, но не скажу. Тебе нравится Бухич, как чисто вот товарищи все. Он бы хотел видеть хороших выходных, дай вам свой себе. Леша, Любеш, правда пьющая? Слушайте, нет, Любеш не пьет, ну, как и все, может позволить себе чуть-чуть, но не более того. Так что... Я тоже люблю выпить винчик. Один раз в месяц, но как он тоже нужно, конечно. Спасибо. Mm-hmm.
Да, пожалуйста. Все, до свидания. Так, ну что? Ой, блин, ножки когда сделаю, друзья, это просто... Не представляете, какой кайф это. Блин. Такая уверенность. Ну, не уверенность, я не знаю, как сказать. Но я кайфую от ног. Так, пойду что-нибудь съем. Ну, шаурму, может, втащить, а? Лёша, как ваша мама? Как здоровье? Все отлично. Мамуля супер. Слава Богу. У меня такое ощущение, что... Нет. Что я что-то забыл. Нет. Вроде ничего не забыл. Приветули. До свидули. Смотрю в тебя, как в зеркало, до головокружения. Так, ну что? Лёха, вернешься на дом? Я не знаю. Пока желания такого нет. Лёша, приходи обратно в проект. А сейчас пересматриваю дом 2 с самого начала. Второй приход где-то зимит. Ты вообще не изменился. Ну, наверное. Такой же, да? Ich bin verrückt. Ein bisschen Anschluch. Там нормально, слушайте, везде нужно трудиться, чтобы платили. Для меня нет предела по оплате. То есть надо всегда стараться изыскивать возможности зарабатывать больше. Woher kannst du Deutsch? Ich bin Deutscher. Ich spreche sehr gut Deutsch. Ich glaube. Ich habe einen Tricks. Kleinen Tricks. Ну что, ушел с проекта? Да, ушли меня. Ich finde Lehrer oder Lehrerin. Почему не на проекте? Потому что не на проекте. Друзья, у меня зарядка садится, короче. Надо идти в сторону Дом 2. Дом 2 новости, блядь. Ты грозился вернуться. Ну, не знаю. За люстик акцент, я. Ну же, как ты будешь делать, блин. На камне, конечно. Меня 1000 раз выгоняли, да? Постоянно из-за какой-то фигни, блин. Так, красавчик. Все, друзья. Друзья мои, надо Глебасику ответить. Так, Леша, ты красавчик, спасибо. Надо что-нибудь вкусненькое съесть. Побаловать себя. Так, в тенечек сейчас спрячусь. Опа. Ксения, спасибо, возвращайся. Так, Ваньку не выгнали, да. Дом 2 уже не на доме, да.
Я уже вспомнил такой момент, когда ты, бля, с кошмачкой в глаз попал. Бля, это эпичный момент был, реально. Привет, один. Сейчас ты один. Один, совсем один. Как пиццу заказывать? Пока никак. Мы сейчас с Глебасом думаем, может быть, я в Уфу рвану и там открою пиццерию. Хочу сменить обстановку. Все, друзья, бай-бай. Бисмоген.